Музей «Метровагон Маша» хранит уникальную историю предприятия. Здесь можно увидеть портрет человека, который являлся одним из его основателей, узнать значимые даты, вписанные в летопись завода, а также наблюдать за тем, какие вагоны выпускались предприятием в разные годы. Поэтому день открытых дверей в честь 122-летия завода начался с посещения гостями музея. Очень интересно узнать. Просто некоторых вещей мы не знали, особенно об основании завода и так далее. Сегодня вот нам рассказали, очень любопытно стало. Завод «Метровагон Маш» основан в 1897 году. На одном из главных предприятий округа работают многие мытищинцы, а кто-то трудится здесь целыми семьями. Поэтому в день открытых дверей завод посетили не только гости, но и те, кто уже много лет работает на предприятии. Мытищинцы побывали на территории завода и смогли увидеть вагоны метро. Особенно дети было интересно почувствовать себя настоящими машинистами. Родители у тебя какое-то отношение к заводу имеют? Никто не работает здесь? Работает. Брат старший, папа и мама. Что они рассказывают о работе своей? То, что они собирают вагоны. Работают на станках. Детей провести, показать. Ну, уже мы не первый раз здесь. Ну, как подросли они, сейчас, наверное, более интересно будет. Вот. Там еще с младшими детьми. Мы решили показать, как работают их родители. Ярко-фиолетового цвета вагон предназначен для метро «Баку». Он точно такой же, как вагон серии «Москва», но отличается расцветкой. Такой тип электровагонов «Метрополитен», разработанный и выпускаемый с 2016 года заводом «Метровагон Маш», изготовлен по заказу московского «Метрополитена». Работаю я на заводе более 12 лет. Начинала просто простой уборщицей здесь. То есть у меня работали здесь и бабушка, и мама. То есть, так скажем, небольшая династия. Дед, который уходил на войну, тоже уходил отсюда с завода. Впервые такая большая экскурсия на производство для семей сотрудников «Метровагон Маш» была организована в честь 120-летия завода. После этого дни открытых дверей стали доброй традицией, когда приглашаются все желающие познакомиться с историей и производством одного из старейших транспортных предприятий Подмосковья. В первую очередь мы показываем то, что мы делаем своими руками, то, что мы собираем здесь. Рассказываем, как мы это делаем, как мы достигаем того, чтобы, так наши вагоны были гордостью не только для нас, для выпускающих, но и мытищинцы гордились этими вещами. Я, допустим, горд тем, что я работаю на этом заводе. Вот уже более 20 лет. В завершении праздника молодежный совет «Метровагон Маша» подготовил для всех гостей танцевальный флешмоб и интерактивные конкурсы. В этот день предприятия посетили сотни мытищинцев и сотрудников завода. Алла Сталаева, Денис Корнев. Информационная программа «День».